Это хороший вопрос. Трудно сказать. Писать песни исключительно на тему смерти до конца карьеры нашей группы было бы очень ограничено. Мы постараемся сочинять песни на как можно более разнообразную тематику. Каждый альбом превращается для нас в очередной фильм ужасов. И мы не собираемся идти по пути постоянного повторения, как в киносериале «Пятница 13-е». Мы не станем этого делать и изменим все, что можем, на благо улучшения нашей музыки. Если честно, нам не обязательно петь на тему смерти. И я не думаю, что в дальнейшем мы будем дэт-металлической группой, потому что дэт-метал-группы характеризует сама музыка, а не тексты песен. Тут можно вспомнить новейший альбом группы Death, а именно «Spiritual Healing». Песенная лирика была о всевозможных мировых проблемах. На мой взгляд, песни можно писать на совершенно любые темы. И вот мы здесь, в этом прекрасном солнечном свете. В чем, по-вашему, суть такой музыки в бунте? Не знаю, может быть, солнце обжигает наши мозги? Нет, честно говоря, я не знаю. Я думаю, что когда мы были молоды, начали играть тяжелую музыку, потому что нам такая музыка нравилась. Такие группы, как Celtic Frost и Slayer. А затем мы начали раскручиваться. А потом начали появляться другие команды, такие как Morbid Angel и Death. Вернее, Death нас опередили, они уже играли на этой сцене. А потом все захотели пойти по нашим стопам, потому что мы выпускали свои альбомы, гастролировали по Европе. Одним словом, пошла нехилая раскрутка. Возможно, вам трудно оценить ситуацию, потому что вы находитесь в эпицентре событий. Но со стороны до сих пор хватает любителей металла. И эти любители совсем не понимают Death Metal, так словно не признают его существования. Я думаю, что подобное неприятие дэт-металла как жанра как-то связано с вокалом. Слушатели-зрители не могут такой голос разобрать, но в итоге они такую музыку полюбят. Как и многие мои знакомые, они фигеют от музыки, но не разбирают вокал. Так происходит, потому что они не особо прислушиваются к музыке. А вот если они постараются слова нашего Джона разобрать или спеть как Джон, тогда, может быть, им это больше понравится, просто они недостаточно к этому привыкли. Да, самое главное — это оценить и переварить, и для этого потребуется некоторое время и активная реклама нашего альбома и альбомов, подобных нашему. Реклама для подростков, увлеченных подобной музыкой, и для ребят, слушающих Металлику и же с ними. Пускай эти ребята мыслят непредвзято, послушают и поймут. Они говорят: ну, мне это не очень нравится, послушал разок и отложил. Некоторые также спрашивают: ну почему все настолько грубо? Все доведено до крайности, мы играем тяжелую музыку с тяжелыми гитарами. Подобное наслоение гитарных дорожек в определенной степени и должно давать на выходе нечто грубое и примитивное. Да и потом мы премся от кровавых ужастиков. По крайней мере, по молодости я подобные фильмы часто смотрел. А наша музыка как саундтрек подобной кровожадности и мерзости. Что интересно, вас считают такими жестокими, а вы нормальные ребята. Я так понимаю, что во Флориде в любом случае жить нормально. Да какой там, какие еще жестокие, как раз наоборот, мы ребята довольно спокойные. Чем мы во Флориде занимаемся? Да по сути, частенько дурака валяем. Сгораем на солнышке, расслабляемся, абсолютно ничего не делаем. С оружием там разным балуемся. Да, с пушками там разными развлекаемся. Мы ему пистолет купили, и он до сих пор не может прийти в себя. Я слышал, что во Флориде оружие в личном пользовании — это обычное дело. Оружие для защиты в обязательном порядке. В наше время одной бейсбольной битой в наличном пользовании дома себя не обезопасишь. Например, когда ночью просыпаешься от домашнего вторжения. В таком случае лучше иметь при себе пистолет, иначе пристрелят. Обстановка в Тампе заметно испортилась вообще во всей Флориде и по всем штатам. Сейчас часто сообщают, тут в один дом забрались, а тут очередную машину угнали, и такое творится гораздо чаще, чем еще год назад. Вот я совсем недавно купил себе пистолет Ругер 45-го калибра. И что, ты вот так вот запросто готов кого-то пристрелить? Ну, пристрелю, если они залезут ко мне домой, в моем доме им не место. Нет, надеюсь, что мне никогда не придется этого делать. Но в новостях каждый вечер сообщают о домашних вторжениях. Прежде чем чей-то дом ограбить, грабители убивают его хозяев, чтобы никто грабить им не мешал. Нынче любое вторжение может иметь серьезные последствия, и современные воры не просто пытаются проникнуть в дом, сделать свое дело, а потом сбежать, если вы его не поймаете. Ты считаешь, что то насилие, которое пронизывает ваш мир, никоим образом на вашей музыке не отражается? Можно ли говорить о том, что беспросветная жизнь способствовала развитию местной дэт-металлической сцены? Наверное, это оказывает определенное влияние, может быть, даже если сейчас мы сами этого не сознаем. Это влияет на манеру сочинения наших новых песен. Мы живем в жестоком мире, особенно здесь, в Тампе, и в прошлом, может быть, год тому назад обстановка реально накалилась. Да, наша музыка может быть жестокая, а вот мы сами к насилию не склонны. Но вот когда, например, мы импровизируем, сочиняем новые мелодии, и вся эта жесть находит отражение в нашей музыке. Особенно на концерте, на сцене, когда мы выплескиваем много агрессии, ну и так далее. Агрессия вылезает из нас во время сочинения музыки. И я сам это чувствую. И подобный оттяг для нас милое дело. Слушающие вашу музыку подростки получают удовольствие от выплеска агрессии. Да, у них от мировых проблем в душе все бурлит и клокочет, а кто-то об этом даже не задумывается. Подростков могут терзать те или иные домашние проблемы или какие-то проблемы мира. Когда они читают газеты, просматривают
слушают новости, и все это они держат в себе. А потом они слушают нашу музыку и выплескивают гнев наружу. Они отрываются на наших концертах, никого при этом не убивают, и все по окончании очередного концерта счастливы. Есть сложившееся мнение, что иногда мы заставляем подростков калечить себя, что мы якобы толкаем их на самоубийство или правонарушение, когда они слушают нашу музыку или приходят на наше шоу. Но для меня все как раз наоборот. Я думаю, что подростки, у которых не все в порядке с жизнью, возможно, дома, в школе или на работе, они могут прийти и освободиться от энергии на одном из наших концертов. Пускай именно там, а вместо того, чтобы мириться с проблемами ежедневно, сидя дома. Поэтому наша музыка играет как бы роль этакой психологической терапии. Расскажите мне о вашем новом проекте под названием Микхутсит. В чем там фишка? А, все замешано на неадекватности. Это безумная группа. Мич Харрис, гитарист Napalm Death, Дональд Тарди из Obituary и я сам. Мич написал всю музыку для этого проекта, и он попросил нас поиграть на своих инструментах на альбоме. Ну, я пою, Дональд барабанит, а Мич отвечает за все гитарные партии. Так что это довольно круто. Во-первых, я заметил, что ваш новый альбом получился немного кочевей. Нет, это не так, вы сохранили тяжесть, но сами песни стали для понимания доступней. Ой, не знаю, раньше наша музыка всегда немного качала. Не знаю, мы просто исполняем те барабанные партии, которые нам самим нравятся. Свой новый альбом мы записывали долго, а наш предыдущий вышел уже достаточно давно. Мы просто не торопились и записали то, что нам самим нравилось слушать. Я также заметил, что на вашем новом альбоме вы как бы отходите от темы смерти и гораздо больше внимания уделяете политике и загрязнению окружающей среды. Да, и сложившееся мнение, что в дэт-метале надо рассказывать только на одну какую-то тему, но пускай все знают о том, что в этой музыке можно петь на многие другие темы, что в дэт-метале есть много разных направлений, а не только типичные кровавые обложки альбомов и определенные темы. Какое же отношение вы ждете к своей группе в целом? Ну, пускай к нам относятся как Obituary, не нужно навешивать на нас ярлыки, мы обычная группа под названием Некролог. И мы играем экстремальную музыку. Нам хотелось бы, чтобы нас в одну кучу со всеми остальными группами не смешивали. Нам хочется верить в собственную исключительность, мы достаточно уникальны, чтобы не вставать в один ряд со всеми остальными группами нашего музыкального жанра. Да, мы прекрасно сочиняли с Аланом Вестом и сработались отлично. В отличие от меня, у Алана немного другой стиль, и нашей группе такое сотрудничество идет только на пользу. На дебютном альбоме он написал одну половину песен, а я вторую. А сейчас мне пришлось написать почти все одному. И наш новый альбом стал своего рода таким сборным творением. И его возвращение очень важно для тебя. Да, ведь помимо того, что он гитарист нашей группы, для меня он еще и отличный друг. Что касается написания песен, ситуация складывается очень странная. Обычно написание новых песен отнимает много времени, потому что мы группируем пару ритмов. Новые песни мы начинаем сочинять с ритмов. Компонуем ритмы, начинаем собирать их по кусочкам, обыгрываем те или иные варианты. Чтобы подобрать нужные ритмы, правильно соединить их воедино, на это может уйти пару месяцев. У меня появилось время, когда я могу послушать ритмы и подобрать те, под которые мне хочется петь. Таким образом, мы сможем играть эти ритмы необходимое нам число раз, чтобы я мог петь, сколько бы я раз не пел. Поэтому это довольно избирательный метод работы. На поиск своего фирменного стиля и своей музыки потребовалось некоторое время. Будем работать в выбранном стиле и дальше, и ежегодно немного расширяться в выбранном нами направлении, одновременно сохраняя стиль и музыку Obituary. Надеюсь, что у нас все получится. Мы начинали свой путь давным-давно под именем Execution Error. Мы были молоды и тогда продолжали учиться в последних классах школы. Мы часто слушали Celtic Frost, Hellhammer, старенький Possessed, Slayer и Venom. И с определенного момента мы начали играть и стараться развивать свой собственный стиль, стараясь отмежеваться от влияния своих любимых групп. Мы как бы отталкивались от этих групп и эксплуатировали свои сильные стороны. Мы развивались и написали новый альбом так, как нам этого хотелось. Игнорировали любое стороннее мнение, в том числе и мнение журналистов. Мы не забываем о том, что новые песни предстоит на концертах играть. Ведь выступать на сцене мы любим больше всего. Так получается, что когда сочиняешь очередную песню, часто забываешь о том, что «А как потом эту песню на концерте, на сцене играть?» Можно запариться. Мы кайфуем по полной от энергии, которую ощущаем, когда находимся в репетиционной. И предвкушаем концертное исполнение и реакцию подростков. Вот в чем мы черпаем огромное вдохновение.
Лично я больше всего ценю в музыке высокую интенсивность, высокий уровень энергии и всего происходящего. Концерт Obituary не типичное скучное шоу, там стандартные рок-н-ролльные группы. Мы выкладываемся на все 100% на каждом концерте. И не важно, сколько людей собралось в зале, 200 или 3000 подростков. Наш концерт — это настолько мощный сгусток энергии, в определенный момент этот заряд энергии просто опустошается и выплескивается в толпу. И зрители впитывают этот заряд. Как зрители, так и музыканты все оттягиваются по полной программе. Но надо сказать, что некоторые воспринимают все происходящее на концерте слишком серьезно. А это неправильно. Концерт Obituary — это вымышленное хоррор-шоу, зрителями которого вы становитесь. Тексты наших песен не несут в себе никакого послания, по крайней мере на данный момент. А вот когда мы раздаем интервью, мы пытаемся донести послание о счастье, мире и так далее. Вот прикол в песенной лирике, дело такое нам непозволительно, в противном случае это будет просто смешно. Мы не сатанинская и не политическая группа. Мы не стремимся акцентировать внимание на каких-либо словах или поступках подростков. Мы выходим на сцену, чтобы кайфовать и заниматься исключительно только развлечением. Да, хотя к своему творчеству относимся очень серьезно. Нет, наш новый альбом текстами песен снабжаться не будет. Как и на всех других альбомах текстов не будет. Разберетесь сами, о чем там в песнях поется. Если сможете. Продюсер Скотт Бёрнс больше похож на шестого участника нашей группы. Мы записали с ним наш первый альбом, и это также была первая спродюсированная им пластинка. А именно диск Slowly We Rot. Конечно, это ни в коем случае не была такая идеальная запись. Нам по-прежнему нравится этот альбом, даже несмотря на наличие многих ошибок. Просто нам удобно записываться в студии Mori Sound. Мы работаем в Mori Sound по свободному расписанию. Нам не обязательно нужно приходить в студию в 5 часов и уходить в 9:00. Свободное посещение в расслабленном режиме. Одна из самых больших проблем, с которой мы столкнулись во время записи первых двух альбомов, это попытаться расслабиться в студии и вести себя естественно. Нам гораздо легче выйти на сцену перед несколькими сотнями парней, пережить прилив энергии, адреналина и качественно сыграть. А вот после рабочего дня прийти в студию, установить микрофон, сесть и попытаться сосредоточиться, да, это очень сложная задача. Поэтому очень важно иметь возможность расслабиться и почувствовать себя комфортно с теми людьми, с которыми вам рядом комфортно. И вот еще что, многие интересуются, почему бы нам не выбрать другого продюсера. Но они не понимают, что Скотт вырос вместе с нами, когда мы выросли как группа. Поэтому, как об этом уже сказал Джон, Скотт почти что породнился с нашей группой. Поэтому у нас даже в мыслях нет пригласить кого-то еще, потому что Скотт знает наши нужды. И потом он тоже постоянно экспериментирует, пробует что-то новое. Он всегда с нами. Кажется, мы экспериментировали с ним на каждом альбоме, и это круто. Нам всегда хотелось снять видео. И вот впервые появилась возможность эту идею осуществить. Раньше мы к этому были не готовы, как в финансовом плане, так и в плане зрелости. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности снять наше первое видео. Надеюсь, никто не подумает, что мы продались. Мы просто со временем растем. Я думаю, что многие люди любят смотреть видео, и поэтому мы собираемся снять наше первое видео и, надеюсь, не облажаемся. Вот было бы здорово, чтобы все смогли увидеть наш концерт по телевизору в прямом эфире, а не просто посетить наше выступление.